В выставочном зале Союза художников много гостей, не только из Ивановской, но и других областей. Повод – большой юбилей, 85 лет региональному отделению. Поздравить художников текстильного края приехали коллеги из Москвы, а также видные деятели культуры. С 1933 года Ивановский союз художников никогда не прерывал свою деятельность. Согласно уставу нашего и основной целью и задачей – это поддержка творчества и каждого индивидуального, не только организации творческого, как говорится, процесса, но и каждого индивидуума, каждого художника, создать им благоприятные условия. На сегодняшний день билет Союза художников в Иванове имеют чуть больше сотни мастеров. Это не только художники, но и скульпторы, ювелиры, монументалисты. Союз выделяет нуждающимся творческие мастерские, в которых авторы могут работать и создавать произведения искусства. Городские власти, в свою очередь, трудятся над тем, чтобы художники всегда имели площадку для выставок и презентаций. Вот взять, например, в частности, наш такой импровизированный выставочный зал на 4-м этаже администрации. Там проходят персональные выставки художников, членов Союза художников. В этом году 5, вот скоро уже 6-я будет открываться. В самом зале Дома художников к юбилею подготовили выставку и ретроспективу. Здесь представлены лучшие работы ивановских живописцев. Традиционные для нашего края пейзажи, исполненные светом и теплом, сочные натюрморты и, конечно, панорамы советского прошлого. Ивановское отделение объединяет достаточно ярких, интересных, значительных художников и богатая история у этого отделения. И сегодняшняя его жизнь достаточно значительно интересна. А выставка отражает сегодняшний уровень ивановского искусства. Союз художников готов принять в свои ряды новые молодые дарования. Чтобы развиваться, организация должна расти, а свежая кровь ивановской живописи сможет почерпнуть ценные знания у корифеев кисти. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.